Голосование стартовало в 8 утра, завершилось в 19:00 по бакинскому времени. Сейчас на одном из избирательных участков в центре столицы находится наш корреспондент Лейла Гурбанова. Она с нами на прямой связи. Здравствуйте, Лейла, пожалуйста, вам слово. Лейла. Здравствуйте, Тели. Ну что ж, можно сказать, что процесс голосования на сегодня завершен. Избирательные участки, в том числе и номер 2 29-го избирательного округа, где мы сейчас находимся, закрыл свои двери для избирателей. Сейчас будет проходить первичный подсчет голосов, первичная обработка бюллетеней, а затем уже этой ночью первые результаты предварительные сообщит Центральная избирательная комиссия. Ну а имена депутатов, которые войдут в состав нового парламента Азербайджана, мы узнаем уже завтра. На данную минуту у меня пока что все. Тели. Ну что, спасибо. С нами на прямую связь выходил корреспондент Лейла Гурбанова.